Пейзаж как жанр изобразительного искусства всегда пользовался популярностью. В рамках проекта «Химки. Интересно жить» горожанам предложили попробовать создать свои собственные картины. Художница Галина Попова преподала химчанам урок по рисованию. Материалы для творчества девушка выбрала нестандартные – уголь и мел. Первые наскальные рисунки появились именно при помощи угля. И мы сегодня с вами будем отчасти как первобытные люди. Вот. И мел – это, так, как сказать, современный материал, который он пишет на обычной доске. А будем рисовать работу, подобную вот такой работе. Смотрите, это подобное у вас может быть немножко по-другому. Или даже вот такая. У каждого получится своя определенная работа. Все материалы для мастер-класса организаторы подготовили заранее. Картины, которые были в итоге нарисованы, каждый из участников смог забрать с собой на память. Интерес к мастер-классам в Химках только растет. На встречи приходят все новые люди. С начала существования проекта уже было проведено около 3000 встреч по интересам. Многие горожане приходят снова и снова. Ольга Зубрилина уже целый год ходит на каждый мастер-класс. Мне декоративное творчество меня больше устраивает. У меня уже целая стенка картинами увешана. Мастер-классы в Химках проходят каждый день. Проект появился благодаря просьбам жителей. Инициативу поддержала администрация округа. О ближайших мастер-классах можно узнать из разных источников. Многие очень говорят, что мы узнали из газет, «Химки. Интересно жить». Есть такой вкладыш, афиша, в котором все подробно вообще рассказано. Все мастер-классы здесь прописаны, где, когда, во сколько. Больше информации в социальных сетях по хэштегу «Химки. Интересно жить» и на специальном сайте.